Наоборот, перед собой, не послушай. А. Ты куда бросаешь, а там оставляешь мяч. Брось, перед собой, мяч. Спасибо, ребят. Ответьте сами себе на вопрос. Такой. Удобнее ли вам было бы нападать, если бы вы точно знали, в каком месте сетки вы будете нападать? Заранее вы знали. Я тоже так думаю. Поэтому постарайтесь так и сделать. Доводите перед собой к сетке, получаете максимально вертикальную передачу, и вы знаете, когда вы довели мяч, пасующий в этом же месте, старается вам сделать передачу. Когда вы доводите по ширине пасующего одна мысль, у вас другая мысль, и вы вот в этом вот широчайшем коридоре, там 4 метра, иногда 5 метров, начинаете искать, а где же мне нападать? Да? Причем вы думаете, что пасующий делает одно,
передача не заказывается, пасующего своя мысль, он вам выпасовывает на антенну. Все, и вы начинаете. Да, поэтому постарайтесь набрасывать перед собой, получать максимально вертикальную передачу и смотреть вот в этом окне, искать мяч. Не широко. Ну да, я просто на моей передаче, я рядом с собой, вот это вот расколбас. Да? Доводи перед собой, тогда имеет смысл сюда двигаться. Пожалуйста. Так, давай, подам.